Хорошо, шайбу перехватывает Кузнецов. Длинная передача. Отлично! Здорово! И здесь заставили мы замолчать трибуны. Очень хорошую атаку провели наши хоккеисты. И, по-моему, это Евгений Кузнецов отличился. Сходу бросив. Посмотрите, еще раз атаку. Он же ее и начинает. Хороший пас партнеру по команде. Устремляется на дальнюю штангу. Отличная, просто великолепная комбинация, которую разыграли наши хоккеисты. И здорово, что Евгений Кузнецов забросил эту шайбу. У него было очень много моментов забить и в матче со шведами, и в матче с чехами. И шайба, стол бросок не получается. Пока не заметен Марк Стоун, один из самых опасных в составе канадцев. Хорошая передача. Отличный бросок! Просто здорово разыграли эту комбинацию. И снова Евгений Кузнецов забрасывает. Ну что, вот сейчас можно сказать, что капитану никто не помогал. Великолепная передача и великолепный бросок. В дальнюю девятку удался Евгению Кузнецову. 3-1. Это просто здорово, ребята. Шайба, которая была нам крайне необходима. Великолепный бросок с кистей, посмотрите. Просто здорово. 3-1. И уже две шайбы в этом матче забросил Евгений Кузнецов. Нет, пробросом можно продолжать игру. И очень хороший пас. Ребята, это просто здорово. И третью шайбу забрасывает Евгений Кузнецов. Канадцы, по-моему, сами себя сейчас обманули. Вбрасывали шайбу в нашу зону, пошли на смену и пропустили просто выход 2 против 1 вратаря. Третью шайбу на этом чемпионате забрасывает Евгений Кузнецов. Посмотрим. Вот на Ильи Купов. Передача на Кузнецова, и просто разложил сейчас канадского вратаря наш капитан. Забрасывает третью шайбу в таком матче. Просто здорово. То, что у него не получилось в матче со шведами и в матче с чехами, он сейчас сделал просто феноменально. Посмотрите, уложил вратаря, поднял шайбу. 4-1. По-моему, травму еще получил Скотт Веджвуд. Вот в него кто-то из своих защитников врезался. Но тут уже, по-моему, надо вратаря менять канадцам.